размышление над аятами Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля и изучение их, это, братья, из самых великих приближений ко Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля, из самых важных вещей, которые, то есть, обязан ищущий знания содержать в себе. То есть он обязательно должен изучать в первую очередь что? Книгу Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Китабу нанзальнаху илейка мубарак». Эта книга, которую мы ниспослали тебе, она благодатная. «Лиеддаббару аяти» — для того, чтобы они размышляли над этими аятами. Для того, чтобы они, то есть люди, размышляли над этими аятами. Также Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Афаля ятадаббару наль-Кур'ан». Неужели они не размышляют над Кур'аном? Также говорит Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля: «Афалям яддаббару аль-кавл». То есть неужели они не поразмыслили над этими словами, то есть над словами Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Также Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Инна хадзал Кур'ан яхди лиллатихи акван». Поистине этот Кур'ан, эта книга, книга Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, она ведет человека к прямому пути, к прямому пути. Поэтому, братья, это великая-великая книга, книга Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, которую, то есть, человек должен обязательно изучить.